если бы мы после войны изъяли у немцев все от флейты Фридриха II до ржавого гвоздя, мы не компенсировали только малую толику того, что они совершили на нашей территории, какой ущерб они нам причинили. Слова известного германиста, историка и дипломата Валентина Фалина, может, и кажутся эмоциональными, но за ними неоспоримые и страшные факты. Великая Отечественная война обернулась невиданной катастрофой для страны и народа. Она унесла более 11 миллионов жизней солдат и 16 миллионов мирных граждан. Преднамеренно истреблено оккупантами почти 7,5 миллионов человек. Погибло на работах в Германии 2 миллиона 200 тысяч человек. Вымерло от голода в оккупации более 4 миллионов человек. Разрушено 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий, 6 миллионов зданий. Материальный ущерб составил 30% национального богатства Советского Союза. В оккупированных районах около 2/3. Кроме того, разрушено и разорено 427 музеев, 43 тысячи библиотек, 2439 архитектурных памятников, 2234 монастыря и церкви. Агрессор похитил более 500 000 произведений искусства, около 100 тысяч археологических предметов из раскопок. 200 миллионов книг были либо сожжены, либо уничтожены. Этот невиданный государственный грабеж был цинично и тщательно задокументирован в специальной картотеке рейхсляйтера Розенберга. Лишь недавно небольшая ее часть стала доступна исследователям. Грабеж культурных ценностей на территории СССР планировался немцами с невиданным размахом. Все было продумано до мелочей, вплоть до того, что еще до начала войны были отпечатаны вот такие бланки. Они содержали в себе описание трофея и были формой его регистрации и учета. Вот в этом от 3 декабря 1941 года говорится о янтарной комнате, привезенной Петром Великим в Россию. Зафиксировано, что она демонтирована и в настоящее время находится в Кёнигсберге. Картотека Z, составленная в военштабе Розенберга, это как раз и есть вот те самые списки, те самые блок документов, учета вывезенных культурных ценностей. То есть картотека, где учитывалось, какие культурные ценности поступили с оккупированных территорий, скажем так, в Германию. То есть они были привезены. Еще до нападения на Советский Союз верхушка Третьего Рейха продумала особый режим поведения оккупационных сил на нашей территории. Это предельно жестокая политика в отношении коренного населения. Стратегия эксплуатации богатств страны, начиная от ресурсов и продовольствия, кончая сокровищами исторического и культурного наследия. Причем разработанные для России стандарты резко отличались от принятых в отношении Западной Европы. Объяснить это простой враждебностью, обычной в ходе войны, невозможно. За этим коренились причины и смыслы более глубокие, чем простой расчет пограбить, как в Западной Европе. Это была ненависть, казалось бы, иррационального свойства. Я изучал подобные вопросы и пришел к выводу, что действительно следует изучать в том числе и культурологию нацизма, в том числе то, каким образом миф, казалось бы, сказка, сюжет вагнеровских опер и сопредельные темы, казалось бы, химерические и так далее, как они воплощались в какую-то реальную политику и экономику. Потому что, скажем, ну, экономическая подоплека, она связана с культурологией, скажу как, она делала необходимой именно выполнение этой задачи. А людям сказали, вы же знаете легенду о возвращении легендарного Зигфрида,
они отвечали: конечно, знаем, мы же любим Вагнера. Так вот, он вернулся, Адольф Гитлер, это фюрер германской нации, это есть возвращенный Зигфрид, который, кстати, должен вам вернуть и сокровища Нибелунгов, и золото Рейна. Мифические понятия, но понятно, что в понимании обывателя они могли приобретать и вполне конкретное значение. А это что такое сокровище Нибелунгов? Ну, в каком-то узком плане это в том числе и захваченная земля, захваченная для плуга, как они выражались, и вполне конкретные материальные ценности. В данном случае сокровища Нибелунгов приобретали значение сакральной империи с огромными территориями. Естественно, с могущественной империей, обращенной, кстати, всегда на восток. Дрангнах-Остен, Европа, несмотря ни на что, считалась большой арийской родиной. Россия же никогда. Когда я собирал хроникальные материалы, попались, значит, удивительные такие вот какие-то, ну, полукустарные, какие-то такие коврики, где, значит, Зигфрид такой с обнаженным торсом, или там с ним Гитлер, ну, примерно как бы вот было понимание того, что это примерно вот одно и то же. То есть, знаете, когда вот такое же народное творчество начинается, это означает то, что действительно... какая-то идея проникает в массы. Тогда действительно в Германии вот этот миф, он действительно покорил миллионы. И это было не просто какой-то шлейф, связанный с операми Вагнера. Это действительно проникло в самое сердце, и это работало. И на самом деле тот психофизический взрыв, который произошел в Германии, перед мощью этого психофизического взрыва, который был произведен из энергии мифа, по сути дела, мощь этого взрыва намного превышает мощь любого атомного оружия. Базовые идеи превосходства исходили от высших фюреров нацизма и, как эпидемия, перетекали вниз, в массы, с помощью пропаганды, книг и самого мощного инструмента воздействия 30-х – кино. Снималось множество фильмов по мотивам древнегерманских мифов и легенд, которые переплавились в практические убеждения, в веру в себя как в сверхчеловека и в свое право на все. В 30-е годы в Германии практиковались партийные диспуты. Их проводили на заводах и фабриках. Нацистская пропаганда заявлялась в форме вопросов и ответов. Причем в таких встречах часто выступали и сами высшие иерархи Рейха. Во время одной из таких дискуссий Гессу, который был тогда заместителем Гитлера, был задан вопрос: если немцы – богоизбранный народ, Германия – богоизбранная страна, кстати, в 30-е годы слово «бог» очень было популярно у немцев, то почему же не все шедевры мирового искусства, музыки, театра, живописи там, и прочего, не все величайшие научные открытия, не все созданы немцами, ну, итальянцами, поскольку братственный народ. Так вот, интересно, как Гесс отвечает на этот вопрос. Он говорит о том, что Германия действительно богоизбранная страна. И все земли, которые будут собраны и образуют Великий Рейх, это и есть вот эта самая достойная высшей духовной жизни государственная организация. То есть это вот богоизбранная земля, вокруг которой располагается ойкумена, населенная неполноценными народами. Но арийское семя разбросано по этой ойкумене. И арийцы могут являться в разных обличиях. А таков был замысел Бога, говорит Гесс. Вот именно они создали все эти шедевры мирового искусства, сделали великие научные открытия и прочее. Но, продолжает Гесс, когда-нибудь мы соберем все принадлежащие нам земли. Высшей части нацистской элиты было присуще оккультное мировоззрение. В частности, руководителям и сотрудникам тайной организации Анненербе. Она стала важной частью Черного ордена СС, мистическим центром которого считался замок Вевельсбург в Вестфалии. Его главное помещение, зал Обергруппенфюреров, декорирован сатанинским символом черного солнца.
Именно в мистической реторте замка шла кристаллизация многих замыслов, которые потом превращались в практическое руководство к действию. Вот это оккультное мировоззрение, оно все-таки, мне кажется, вот, ну, существуют такие свидетельства, что оно заставляло вести охоту все-таки за некоторыми православными святынями. Вот, возможно, предусматривалось и имелось в виду задача лишить каких-то сильных сакральных предметов враждебную расу, враждебный этнос, то есть вот православных христиан, славян. Вот. Вообще, это такая древняя, существует такая тоже древняя оккультная традиция, то есть, скажем, там инсигнии покоренного народа, королевские инсигнии покоренного народа, они как бы, значит, захватчикам забираются себе. Вот. Ну, таков был Наполеон, который там, которого короновали однажды, в том числе и железной короной Карла Великого, который, скажем, придя в Польшу, забрал тоже себе инсигнии, там, скажем, польских королей. Сакральные предметы, иконы, некоторые другие важнейшие святыни были важны для немцев не просто как нечто, что можно продать за большие деньги. Их духовное значение было по каким-то причинам несравнимо важнее для захватчиков, чем сама материальная ценность этих предметов. Удивительно, но факт. На них велась настоящая охота. Многое исчезло бесследно при непонятных или запутанных обстоятельствах. Причем даже иногда до начала вот боевых действий, то есть до 22 июня, вот, по, значит, мнению этих специалистов, видимо, действовали какие-то специальные диверсионные отряды, которые просто вот похитили с тех пор и безвозвратно были утрачены некоторые святыни, в том числе вот одна из наиболее почитаемых в Беларуси, в Западной Беларуси, так называемая Белыническая икона Божьей Матери. Так она и исчезла. То есть вот буквально в какие-то там недели, предшествующие 22 июня, вот исчез целый ряд святынь. Вообще, добыча произведений искусства в Третьем Рейхе придавалось особое значение. Еще в конце 30-х Гитлер задумал создать в своем родном городе Линце музей всех времен. Фюрер мечтал о роскошном квартале с галереями, музеями и библиотеками, которые стали бы олицетворением величия и мощи тысячелетнего рейха. Музею не должно было быть равных в мире. На его создание в бюджете планировались огромные деньги. Гитлер лично курировал проектирование музея и подбор экспонатов. Рядом с Гитлером стоял еще один большой любитель произведений искусства – нация номер два Герман Геринг. Рейхсмаршал авиации Третьего рейха. Родился в 1893 году. Летчик ас Первой мировой. Одержал 22 победы в воздухе. Был тяжело ранен. В ходе лечения пристрастился к наркотикам. В войне против СССР отвечал за экономическую эксплуатацию советских территорий. К концу войны утратил доверие Гитлера. В апреле 45-го пытался взять на себя руководство Рейхом, но был арестован как изменник. По приговору Нюрнбергского суда приговорен к повешению. За 2 часа до казни принял яд. В своем замке Каренхалле он собрал коллекцию, о которой ходили легенды. Она насчитывала почти 1500 картин, 250 скульптур, 108 гобеленов и ковров, 200 предметов мебели, 175 предметов прикладного искусства и многое другое. Возможность добывать произведения искусства в Третьем Рейхе ценилась весьма высоко. Для больших чиновников и функционеров это было выгодно. Чем больше шедевров для Гитлера и Геринга, тем больше твое собственное влияние. Главным действующим лицом на этом поприще уже тогда стал будущий имперский министр по делам восточных территорий Альфред Розенберг. Главный идеолог нацизма родился на территории Российской империи в Ревеле, ныне Таллин. В 1893 году. В 1917 закончил Московское высшее техническое училище. После революции некоторое время симпатизировал большевикам, был членом пролеткульта. С 18 года в Германии. Один из первых членов гитлеровской партии. В 30 году издал книгу «Миф 20 века», которая считается теоретическим обоснованием нацизма. Повешен по приговору Нюрнбергского трибунала.
Первый опыт по экспроприации культурных ценностей Альфред Розенберг получил еще в середине 30-х. Тогда из Германии в массовом порядке изгоняли евреев. При этом им запрещалось вывозить сколько-нибудь ценные произведения искусства. Они объявлялись бесхозными и попадали в руки Розенберга как человека, ответственного за национал-социалистическое воспитание нации. Перед началом Второй мировой войны Розенберг создал агентурную сеть, которая охватила всю Европу, в том числе и Советский Союз. С ее помощью он планировал прибрать к рукам основные европейские художественные и культурные ценности. Его люди заблаговременно собирали в Советском Союзе и Европе информацию о коллекциях музеев, дворцов и о сокровищах культуры вообще. Розенберг проделал огромную работу с чисто немецкой пунктуальностью. Он запустил своих представителей во все крупнейшие музеи крупнейших столиц мира и культурные центры. И немцы там провели опись, ну, фактически всего, что представляло интерес. Тогда еще с точки зрения аукционов, которые проводились в Европе. Абсолютное знание культурного наследия просто поражает. Например, немцы предельно планомерно и целенаправленно подготовились к оккупации культурной столицы СССР – Ленинграда. Специальные команды были готовы вступить в город и работать целенаправленно по конкретным объектам, хранящим культурно-художественные ценности. Немецкие специалисты в области хищения культурно-художественных ценностей знали даже все подробности о библиотеке Кировского завода и что необходимо там было взять. Допустим, с поразительной точностью в справке Айнзацштаба Розенберга было указано, что библиотека Кировского завода насчитывает 180 тысяч томов, что заводская библиотека собственной технической литературы насчитывает 50 тысяч томов, а клубная библиотека, библиотека клуба завода насчитывает 20 тысяч томов. В январе 1940 года Гитлер подписал приказ о создании культурно-политической организации Высшей школы НСДАП. Главе школы Альфреду Розенбергу были представлены особые полномочия в архивных исследованиях и библиотечном деле. Летом 40-го, после оккупации Франции, Голландии и Бельгии, высшая школа превратилась в Einsatzstab, то есть в оперативный орган управления грабежами. Einsatzstab Розенберга был, значит, создан в составе внешнеполитического ведомства НСДАП. То есть он был как бы партийной структурой. Он имел статус отдела, но, в принципе, никакого отношения к этому ведомству не имел. Это была совершенно суверенная организация, которую в 1941 году возглавил Утикаль. Это вот был главный, так сказать, помощник Розенберга по вот этим вот ценностям. Она, это ведомство, имело, так сказать, довольно компактную структуру, то есть несколько отделов центральных, которые сидели в Берлине. То есть это было так называемое центральное ведомство Берлин. Ну, главная организация, которая вот осуществляла координацию всех этих действий. А вот потом уже в нее входило отделы, которые, значит, прежде всего отдел, который занимался библиотечным делом, ну, то есть не библиотечным делом, а сбором книг и рукописей. Второй отдел занимался изобразительным искусством, то есть культурными ценностями, так сказать, в прямом смысле этого слова. И, соответственно, третий отдел, он занимался всем остальным, потому что, ну, мало чего там еще может быть. Но ограбление захваченных территорий не было монополией какого-либо одного ведомства. Слишком привлекательный кусок был до определенной степени яблоком раздора, из-за которого соперничали несколько персонажей. Одним из них был гитлеровский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп. Возглавив в 1938 году МИД, он, по примеру Розенберга, незамедлительно приказал сотрудникам своего ведомства, работникам посольств, самым тщательным образом изучать музеи, запасники и архивы стран, будущих жертв германской агрессии. Иоахим фон Риббентроп родился в 1893 году в семье офицера кайзеровской армии, министр иностранных дел нацистской Германии, участник Первой мировой войны на Восточном фронте. После войны коммерсант, сыграл важную роль в обеспечении прихода фашистов к власти, был предельно верен Гитлеру. Важнейшей удачей Риббентропа, по мнению Гитлера, заключение в Москве 23 августа 1939 года договора о ненападении между Германией и СССР,
включавшего секретные протоколы о разделе сфер влияния в Европе. С началом немецких неудач на Восточном фронте единственный из окружения фюрера, кто настаивал на мире с Советским Союзом даже ценой уступок, повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. Он начал пытаться перетянуть на себя одеяло именно от Розенберга. Между Риббентропом и Розенбергом давно уже существовала конкуренция с самых первых дней прихода Гитлера к власти. Мало того, что Риббентроп возглавлял внешнеполитическое управление НСДАП, имперского руководства НСДАП, и метил на пост как раз министра иностранных дел. То есть Риббентроп был как бы назначен в пику Розенбергу. И поэтому Розенберг сосредоточился на вот национал-социалистическом воспитании. А Риббентроп, опять-таки, считал возможным вот вторгаться именно в эти области. И поэтому Риббентроп как раз и дал это задание своим дипломатам по сбору вот этих материалов. После оккупации Франции Риббентроп дал особые поручения своему личному представителю в этой стране Отто Абицу по конфискации товаров из парижских антикварных магазинов и художественных лавок. В июне 40-го года создается специальная команда, которая должна была проводить реквизицию культурных ценностей. В августе 40-го Риббентроп распорядился о проведении подобных операций и в других странах. То есть к грабежу культурных ценностей Советского Союза тщательно готовились сразу две государственных нацистских организации. На советские музеи, библиотеки, картинные галереи нацелились специалисты-профессионалы, имевшие колоссальный опыт по организации грабежа в государственном имперском масштабе. Но культурные ценности были не единственной целью. Гитлер начал или планировал еще войну против Советского Союза, назвал это операцией, главной операцией своей жизни, настоящим делом. Для того, чтобы раз и навсегда извести под корень российское государство и на порядок сократить численность его населения. Решить, как он говорил, славянский вопрос. Речь шла не о том, чтобы ликвидировать Советский Союз или тот режим, который был в Советском Союзе, как он называл, еврейско-большевистский. Он в беседах неоднократно повторял, кстати, как и Герин, что речь идет об уничтожении России, какой бы режим ни существовал, и прямо уточнял, царский или большевистский, или любой другой. Этим двум гигантам на одном континенте тесно. С первых же дней войны нацисты стали скрупулезно воплощать в жизнь идеи фюрера. Причем не только снарядами и бомбами. На оккупированных территориях проводилась политика тотального грабежа. У населения изымалось все, что только можно было изъять. В первую очередь, абсолютно все продовольствие. Логика была простой. Продукты нам самим нужны. А эти недочеловеки пусть умирают, как хотят. Делалось это по четко разработанному еще до войны плану. Руководил грабежами человек номер два в Третьем Рейхе Герман Геринг. Вся территория Советского Союза, будущее, так сказать, разделялась на несколько зон. То есть первая зона – это был тыл действующей армии, то есть наступающие войска и какая-то значительная территория, которая контролировалась военной администрацией. Как раз именно вот эта вот территория и должна была кормить немецкую армию, которая вела боевые действия. То есть разграбление вот этой вот прифронтовой полосы, довольно значительной, оно было очень сильным, потому что шла постоянная конфискация продовольствия. Это продовольствие не вывозилось в Германию, оно шло на нужды армии. Следующая зона, более широкая, тылы групп армий, там тоже действовала военная администрация, но это питание, уже продовольствие, оно шло уже на снабжение войск, которые не находились в зоне военных действий. А вот уже тыловые районы, которые переходили под действие гражданской администрации, вот оттуда уже продовольствие вывозилось в Германию, то есть для питания населения, гражданского населения Германии. Нацисты изымали и вывозили в Германию все, что имело хоть какую-то ценность. Сырье, топливо, технику, заводское оборудование. Оставляли на месте только то, что можно было использовать для нужд армии. Что нельзя было использовать, уничтожалось. По замыслу гитлеровцев, то, что останется от России, не должно было иметь какой-либо серьезной промышленности. Все промышленные товары эта территория должна была получать по остаточному принципу из Германии. Культура и история тоже превратились в инструмент борьбы и подавления.
для того, чтобы лишить нацию будущего, ей надо рассечь жизненный нерв. Что под этим подразумевалось первое? Это значило лишить прошлого, разрушить настоящее, и тогда это будет перекати-поле, которым гонять будет только, не гонять будет только ленивый. Что значит рассечь жизненный нерв? Это значит ликвидировать все культурное наследство. Никаких исторических памятников, никаких архитектурных памятников, никаких музеев, никаких театров, ничего этого не должно сохраняться. Сразу же после захвата крупных населенных пунктов специальные команды занимали помещения музеев, архивов, библиотек. При этом между охотниками за культурными ценностями различного подчинения часто возникали серьезные конфликты. Иногда даже доходило до курьезов. Айнзацштаб Розенберга, в частности, представители его, вступали в конфликт с армейскими частями и писали докладные записки на имя Розенберга о том, что культурно-художественные ценности разворовываются личным составом армейских подразделений. И более того, некоторые армейские начальники, захватывая музеи, библиотеки, антикварные вещи вообще, даже устраивали торговлю ими, как бы считая, что на уровне комендатур немецких распоряжаться могут сами коменданты этими культурно-художественными ценностями захваченными. И искусствоведы Третьего Рейха, которые шли следом за армейскими частями, докладывали, что грабеж. Необходимо изымать эти культурно-художественные ценности, систематизировать их и отправлять в Рейх. Те ценности, которые попадали в руки официальных грабителей, самым тщательным образом описывались, документировались и вывозились. Сначала в пункты хранения – Псков, Ригу, Киев, а позже – в Германию. Сама по себе картотека, она еще имела одновременно подготовленные альбомы. То есть это были альбомы, на которых снимались конфискованные ценности, и то есть фотографии переплетались в альбомы. И вот эти альбомы как раз предоставлялись Гитлеру, а затем Герингу, чтобы они по этим альбомам уже выбрали. То есть Гитлер сам не ездил в запасники ведомства Розенберга. У Розенберга было 6 складов на территории Германии, почти складов мощных. Вот, то есть, но Гитлер туда не ездил, и Геринг туда тоже не ездил. Они работали по альбомам. То есть эти альбомы им давали, они, значит, на них отмечали, вот, что ту или иную картину будет направлена там, в Линц или там, в Каренхале, или там куда-нибудь в любое другое место. Вывезенные из Советского Союза шедевры далеко не всегда предназначались для пополнения коллекции музеев Гитлера и Геринга. Ведь война на Восточном фронте была для Германии не только тяжелым, но и баснословно дорогостоящим делом. Ее казна требовала постоянной подпитки. И как это ни отвратительно, но одним из ручейков такого пополнения стала продажа похищенных ценностей на тайных аукционах. Их проведение – это малоизвестная и грязная страница войны. Особенно для тех, кто считался тогда противником Германии и все же участвовал в этих распродажах награбленного, проходивших на территории нейтральной Швейцарии. Это же не Сотбис, о котором знает весь мир. Это приезжает несколько, так сказать, представителей крупного капитала американских, предположим, на территории нейтральной какой-то страны, приезжают с очень хорошими деньгами и покупают, ну, грубо говоря, несколько вывезенных из России немцами украденных полотен. Вот как это делалось. Сейчас эти полотна, естественно, в коллекциях американских представителей бизнеса. И что? И как мы их затребуем назад, если они уже являются частной собственностью? И представьте, как некрасиво, ведь не только покупатель, но и продавец бывает заявлен. А кто продавец? Министерство авиации Геринга, например. Это очень некрасиво выглядит, об этом не любят говорить. Все, что захватчики не могли вывести в Германию, подлежало уничтожению.
Причем их не интересовало, что многое из того, что они взрывали и сжигали, имело общемировое культурное значение. Это разрушение в Новгороде таких, я бы сказал, неповторимого собора Святой Софии. Утрачены безвозвратно, и их нельзя уже скопировать, нельзя вернуть фрески Феофана Грека. Как можно оценить этот ущерб? Он просто невосстановим. Можно ли говорить о тех произведениях архитектуры, которые на территории Новгорода, Пскова, датированы 15-17 веками и тоже были разрушены оккупантами? Да их просто нельзя уже вернуть. Поэтому говорить о том, что можно реконструировать, да, можно, как это сделано в Петергофе. Конечно, можно. Но те гобелены, тот же самый паркет, те же самые сервизы Екатерины II, которые были просто разграблены солдатами, их просто вернуть уже невозможно. Как невозможно вернуть и книги из библиотеки Петра I. Особенно тяжелая судьба выпала на долю краеведческих музеев. Практически все эти хранилища истории и памяти глубинки были уничтожены, словно бы стерты с лица страны огромным ластиком. Казалось бы, культурные ценности их фондов несопоставимы по роскоши и богатству с ведущими национальными музеями страны. Но в этом заключался свой принципиальный расчет и глубокие смыслы, которые были для нацистов поважнее денег. Когда в малые города входили немецкие танки, вы знаете, объектом интереса, то есть фактически как только на улицах переставали стрелять, несколько человек, иногда в штатском, иногда в эсэсовской форме, устремлялись в краеведческие музеи. Не сказать, что в краеведческих музеях хранятся уж очень большие культурные ценности, но там хранится память. И вот тут нужно сказать, конечно, о сути вот этой вот экспроприаторской политики нацистов. Прежде всего, нужно было экспроприировать, уничтожить и растоптать культурную память страны. Поэтому краеведческие музеи или уничтожались, если города проходились вот так сходу, или они вывозились для изучения. И очень часто вот в архивах печально известного института Анненербе можно найти описи нескольких наших краеведческих музеев. Вот это меня в свое время очень удивило. Я не совсем поняла, что они там искали. Но потом все оказалось очень просто. Нужно было понять, как работать с этим народом, как уничтожать его культурную память, как истреблять, как, собственно, выжигать, выдавливать из него самобытность, вот эту вот историческую и культурную самобытность. Такой хищнический вывоз культурных ценностей, как из Советского Союза, в принципе, не имел места ни в одной стране западной. То есть вплоть до того, что из петербургских дворцов, то есть из дворцов пригородов Петербурга, вывозились наборные паркеты, которые разбирались и из ценных пород деревьев, и вывозились на территорию Германии как предмет культуры. В принципе, такого во Франции не очень, не допускалось. То есть там обычно это не делали. Там использовались это здание для штабов, там для проживания и так далее, но вот до паркетов дело не доходило. У нас доходило, то есть вывоз был полный. Вот так выглядела резиденция русских царей Петергоф до войны. А вот что увидели члены Государственной комиссии по расследованию злодеяний немецких фашистов в 44-м, после того, как оккупантов отогнали от Ленинграда. Вот во что они превратили Большой Петергофский дворец, творение гениального зодчего Варфоломея Растрелли. Немцы уничтожили петергофские фонтаны. Голый пустырь остался на месте былого великолепия. Они вывели из строя всю сложную систему фонтанов, взорвав через каждые 2 метра трубы, питавшие фонтаны водой. Павильон Мон-Плезир в
Петергофе также разрушен немцами. В нем жил Петр I. В комнатах павильона хранилась обстановка и домашняя утварь того времени. Немцы превратили Мон-Плезир в солдатскую пивную и при отступлении разрушили. Иногда в пропагандистских целях немцы пытались сделать вид, что на самом деле они никакие не грабители, а культурные ценности они всеми силами пытаются сберечь. Так было с одной из главных святынь православной церкви, Тихвинской иконой Божьей Матери. В ноябре 41 года она попала в руки людей Розенберга и была доставлена в Псков. Перед вами уникальные кадры. 22 марта 42 года. Тихвинская икона при большом стечении верующих торжественно передается православной церкви. Вполне очевидно, что это была тщательно спланированная пропагандистская акция, как сказали бы сегодня, чистый пиар. В действительности гитлеровцы и не думали возвращать похищенную святыню. По существу она находилась под арестом. Якобы в целях безопасности икона хранилась в военной комендатуре в запертом стеклянном ящике. И только по воскресеньям в 9 часов утра ее доставляли на службу в Троицкий собор, а в 6 часов вечера конвоировали на прежнее место. В начале 44 года немцы вывезли икону. Сначала она попала в Латвию, а потом в Германию. Эта икона продолжала играть роль в политике, но уже в политике новых хозяев, в оккупационной политике союзников. Не секрет, что на территориях, оккупированных союзниками, находились лагеря перемещенных лиц, так называемые ДП, в которых содержались и казаки Краснова, которые воевали на стороне Германии, и подразделения, части разбитых подразделений РОА, Власова, были и соответствующие подразделения или военнослужащие бывших подразделений вермахта из дивизии СС Галичина, были из Туркестанского легиона, ну, эти в меньшей степени. А вот православные, допустим, те же самые, тот же самый грузинский легион, да, и все эти легионеры, они находились в лагерях перемещенных лиц. И вот там их окормляли как раз вот этой иконой Тихвинской Божьей Матери. Поэтому этого просто не могли не знать союзники. А вот когда запросы участились и информация о том, что икона находится в Германии, когда запросы советской стороны участились, она была благополучно вывезена в Соединенные Штаты Америки. И только в 2004 году знаменитую святыню удалось вернуть на родину. Редкое исключение. Ее торжественно встречали в Москве, Петербурге и Тихвине. В самом конце войны, когда ее итог был уже предрешен, нацисты пытались представить награбленные культурные ценности в качестве аргумента на секретных переговорах с американцами. Что могли предложить нацистские бонзы в обмен на свою жизнь тем же самым американцам, англичанам? То, что не имеет цены, то, что бесценно. А бесценно в их понимании было две вещи – это жизнь и произведение искусства. Вот за свою бесценную жизнь они предлагали бесценные сокровища, вывезенные практически со всей ограбленной Европы и из Советского Союза. Это было в сепаратных переговорах. Если я получу ваши гарантии, я готов взять на себя обязательство не допустить разрушения Италии. А это запланировано приказом фюрера. Мы получили приказ уничтожить все картинные галереи и памятники старины. Словом, сравнять с землей все то, что принадлежит истории человечества. Несмотря на личную опасность, я уже спас, спрятав в свои тайники картины из галерей Уффици, Пати, коллекцию монет короля Виктора Эммануила. Там Тициан, Эль Греко, там Боттичелли. Да, Эль Греко, Боттичелли. Сколько это может стоить по долларовому курсу?
Они не имеют цены. Эти картины бесценны. Я готов иметь с вами дело, генерал Вольф. Что касается, значит, переговоров вот относительно передачи части культурных ценностей, то, ну, по некоторым версиям, все-таки переговоры начались с того, что Вольф, как ставленник Гиммлера, предлагал лично Даллесу, его сотрудникам, ну, какие-то такие вот конкретные вещи очень ценные. То есть, грубо говоря, он за определенное течение переговоров предлагал расплатиться рядом шедевров мировой живописи. Судя по тому, как закончилась Вторая мировая война, от взятки американцы отказались. Возможно, потому что понимали, большинство подобных трофеев и так попадет в их руки. В конечном счете, так и произошло. США оказались держателями примерно 4/5 той культурной добычи, которую немцы вывезли из оккупированных стран. И все это американцы перевезли за океан. По решению американских президентов все это положено на склады на 100 лет хранения. Они даже не сообщают, что там находится. Что там находится не только из, скажем, западных коллекций, а что украдено немцы и попало туда, в так называемую фюрерскую коллекцию. Это собирался Гитлер в Линце организовать самый большой в мире музей. Вот что должно было попасть туда из трофеев, собранных у нас? Донателло, скажем, или там Тициан, или другие вещи. Что? Что из царского села, что из Петергофа, что из Гатчины? Что? Мы до сих пор ведь не знаем. По оценкам специалистов, которые были проведены после окончания войны, общий ущерб, который понесло только культурно-историческое наследие нашей страны от гитлеровской оккупации, составляет 134 миллиарда золотых рублей чеканки 1904 года. Сумма просто невообразимая. Современные цены, переводить ее бессмысленно. Одна и та же картина, даже в пересчете на золотые червонцы, стоит сегодня в несколько раз больше, чем полвека назад. Убийство же людей пересчитать в какой-либо валютный курс невозможно вообще. В годы войны погиб каждый седьмой человек из всего населения Советского Союза. Многие люди потеряли тогда свои семьи полностью. Моя семья потеряла в войну 27 человек. 8 человек из них, это двое мужей, теток моих на фронте, а 8 человек, они погибли, когда немцы использовали их как живые разминирующие устройства под Ленинградом. Район Кириши, посадник остров. Бабка погибла, тетка погибла со всеми четырьмя детьми. У второй тетки она осталась жива, и одна дочь осталась жива. У нее было 5 детей, 4 погибли. Под Новгородом погибли все родственники моей матери. Поэтому, когда я об этом всем говорю, это, понимаете, у меня вот здесь вот все. И когда я говорю все это, я говорю, зная, что я говорю. Но тем не менее, мы либо должны вечно враждовать, либо когда-то должны поставить точку, подвести черту и, проявив уважение по отношению друг к другу, попытаться начать нечто новое, более конструктивное и, прямо самое главное, более человечное. И без этого ни у немцев, ни у нас, ни у Европы, ни у мира будущего нет. Но если громадные материальные и культурные потери нашей страны можно хоть как-то оценить, то они все равно несопоставимы со смертью 27 миллионов людей, погибших от рук нацистов.